проигрыватель виниловых пластинок, производство Япония, Made in Japan, корпорация Denon, модель носит название Denon DP-60N. Аппарат выпускался только для внутренних целей Японии, то есть внутренний рынок Японии, поэтому питание у него 100 вольт. В комплекте идет понижающий трансформатор на 50 ватт, вот такой вот новый шелл абсолютно, и вот такая новая игла 0 пробега. Значит, аппарат прямой привод, кварцованный, две скорости 33-45, вот полностью ручного управления, никаких тут подъемов, тонаров, возвратов, автостопов нет. Что сказать, значит, регулируемые ножки по высоте, здоровые лапы такие, такие огромные блины. Значит, состояние корпуса, все углы целые, в прекрасном состоянии, петли тоже в отличном состоянии, держит, крышка вообще как будто с магазина. Кстати говоря, не полировалась, такая вот пришла. Просто супер крышка. Значит, что еще сказать, весит он 13,5 килограмм, это очень хорошо. Значит, фонокабель свой, стоковый не менялся, два заземления, один корпуса проводочек, и идет там, который заземление, это нарма, петли железные. Значит, вот такой вот у него серийный номер. Заканчивается на 575. Что сказать еще? Не знаю, будем слушать. То, что он ручного управления, я уже сказал. Значит, аппарат вот так вот заводится. Вот у него кварц красиво держит, светится. Оранжевым цветом. Стоп. Ставим пластинку. Вот, это я уже снял, потому что неудобно одной рукой. Выводим зацепление, выводим на первый трек. Значит, можно запустить сразу 45-й или 33-й. Вот 33-ю скорость мы поставили. И вот вручную все опускаем. Я говорил, что он ручного управления. Ля, 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 ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Оба канала работают. Проверим. Правый. Оба. Левый. Индикаторы нам это показывают. Это, к сожалению, уже поздно. Могу громко. Вот, повторюсь, никакой автоматики. Аппарат полностью ручного управления. В конце он не поднимается, не останавливается, уже говорил. S-образный тонарм на этом аппарате. Значит, у него еще вот они съемные. Еще бывает трубка прямая. Но я не знаю, прямая хуже. Вот, ну, в отношении антискейтинга. Кстати, антискейтинг тут у нас пружинного типа. Вот. Вот примерно вот так вот он. Стасера. Уголочки не ремонтированы. Ну, 45. Кварц держит прекрасно.
33. Недолгий переход. Тонар регулируется вот по высоте. Вот тут есть такой винтик, можно его приподнять. Мощные лапы. Выпускался в 1982 год. Стоил 89 тысяч иен японских. Но это ни о чем не говорит. Говорит это только мне. Тяжело сейчас их таскать. Вообще практически нет и не будет. Там какой-то умник мне написал: барыги активизировались. Ну, он же честный фраер у нас, да, там барыга, мы барыги, а он честный фраер, бродяга, да, такой прям. Когда взять будет негде, придет ко мне и скажет: товарищ барыга, а продайте мне денон. А я скажу: нет, я честным фраерам не продаю. Вот такие вот дела. Хороший ящик. Ладно. Как этот самый фильм «Любовь и голуби». Все. Стоп. Чик. Чик-шмык. Чик-чирик. Все.